Рэнди-хоп это как в жизни. Сплошная боль и разочарование. Рэнди-хоп это не мое. Рэнди-хоп. Это не мое. Не-не-не-не-не-не. Нет, не мое. Нет, Линди-хоп это не мое. Ну что же вы от них хотите? Они же бургеры. Они не танцуют блюз в Москве. Они просто трутся друг об друга в темноте. К черту фигуры. Надо просто танцевать музыку. Задолбали унылые миды. Ты танцуешь? Да. А что? Линдхоп. Что это такое? Ты стиляк смотрел? В последних соревнованиях трюки сорвали. Блин, ни хрена не получается. Линдхоп это не мое просто. Все, я решил. Ухожу. Бальбоа. Да, я уже прочитала это у тебя в ЖЖ. Блин. Почему она всегда ставит везде только фаста? Сегодня уже попали в это место пятый раз. Как же мне надоела живая музыка. Ну и с кем бы ты из преподов это? Нет, ну я все понимаю. Ну зачем было писать об этом в ЖЖ? Алло? Привет. В пятницу не могу занятия. И в субботу не могу. В субботу вечеринка, понимаешь, Джек энд Джилл. Я не согласна с судьями. Линди-хоп это не мое. Не приду. В воскресенье тоже не могу. Ну нет, я не издеваюсь, правда. Не, ну слушай, кто так носит, а? Ну просто в среду Бальбоа я не могу. Ну. Вообще-то, Линди-хоп, что ли, мое. Слушай, я в этом году собиралась наконец поехать в херам. Круто! А ты уже зарегалась? Нет, пока. Да ты чё? Ты же уже не успеешь, уже 2 часа с открытия регистрации прошло! А я потом отрабатывала это движение в метро. Ну, ты можешь себе представить, как на меня смотрели. Я добралась в лагере на 2 уровня ниже остальной группы. Линди-хоп это не мое. Она такая крутая, потому что с 3 лет танцевала лезгинку. Это не Линди-хоп! It's not my thing either. Maybe you should just quit. I? You should quit. Maybe we should quit together. Okay, let's quit. Что ты снимаешь?